В Люберцах состоялось награждение инструкторов физической культуры дошкольных учреждений в рамках программы «В школу с ГТО». Большое спасибо за то участие, за тот результат, который мы сделали благодаря нашей программе «В школу с ГТО». Большой охват, задействованы были все, наверное, детские сады. Вот. И то, что мы сделали в сентябре, вручали нашим детям, которые пошли в первый класс, непосредственно золотые, серебряные, бронзовые знаки. Очень большой эффект произвел на детей, на их родителей. С января 2024 года в Люберцах запущен проект «В школу с ГТО». Он позволил не только развивать физические навыки детей, но и формировать у них любовь к здоровому образу жизни. Среди участников программы 40 детских садов. 676 шестилеток выполнили спортивные нормативы первой ступени, в которую вошли бег, прыжки в длину, пресс, отжимания и гибкость. За отличную спортивную подготовку самых маленьких спортсменов городского округа инструкторам физической культуры вручили благодарственные письма. А лидером среди участников стало дошкольное отделение школы номер 26. В образовательном процессе у нас стоят занятия по физической культуре, где мы отрабатываем основные навыки физических качеств. Эти физические качества как раз-то нам и пригодились в сдаче нормы ГТО. Детки успешно справились, они, конечно, отнеслись с большим волнением. Для них это был первый экзамен, представляете?